1917 год. Декабрь. Финская граница. Инессарманд на пути Петрограда. Она везет деньги. Да-да, деньги. Для своего возлюбленного. Для того, которого любит. Он уже совершил революцию, к тому моменту она уже произошла. И сейчас он мечтает построить свое американское государство. Она очень хочет ему в этом помочь. И вот она везет ему деньги, чтобы он осуществил свою давнюю мечту. Она знала, как он желал этого. Она знала, как он мечтал об этом. И она знала, что сделает для него все. Да-да, абсолютно все. Тем временем, Петроград, Смолин. Thank you.
Я не знаю.
Все такие удивительные истории случаются от Рождества.